Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости на канале InstaForex TV. С вами я, Екатерина Стихина. На прошлой неделе рынок криптовалют воспрял духом. Трейдеры активно открывали длинные сделки. Однако с наступлением новой торговой недели все начинается как с чистого листа. Котировка биткоина сегодня торгуется чуть выше в 7400 долларов за монету, так и не сумев подняться выше уровня 8000 долларов. Как отметили эксперты ресурса 99 биткоин, где ведут учет смертей с самой популярной цифровой валюты, Биткоин отпраздновал свою 300 юбилейную кончину. В очередной раз криптовалюту убила информация о том, что майнеры потребляют неоправданно огромное количество электроэнергии. Тем временем под давлением оказывается и вторая по величине капитализации криптовалюта – эфир, торгуясь вблизи отметки 590 долларов. Даже несмотря на хорошие новости. Так стало известно о намерении криптобиржи Coinbase открыть офис в Японии, при этом заключив сотрудничество с агентством финансовых услуг страны. Другая криптовалюта, Ripple, наоборот, набирает темп роста. Ее котировка достигла отметки 0.6587. Поддержку ей оказали сообщения о том, что платежная сеть Ripple пожертвует около 50 миллионов долларов 17 университетам по всему миру с целью распространения информации о технологии блокчейна, а также для того, чтобы ускорить академические исследования, направленные на криптовалюты и цифровые платежи. Тем не менее, как предполагают аналитики, доверие к рынку криптовалют невысоко, что будет продолжать удерживать курс виртуальных монет под давлением. Вы смотрели новости на канале InstaForex TV. С вами была я, Екатерина Стихина. На этом у нас сегодня все. Желаем вам прибыльных сделок вместе с InstaForex и ждем вас завтра на нашем канале.